В связи с террористической угрозой меры безопасности сейчас усилены по всей территории России. Особое внимание уделяется местам массового скопления людей и стратегически важным объектам. Для этого задействованы в том числе ресурсы Министерства внутренних дел. В исполнение решения Совета безопасности Национального антитеррористического комитета в тесном взаимодействие и в тесной координации с Федеральной службой безопасности мы проводим комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление граждан, причастных к террористической деятельности, и на их нейтрализацию. У нас имеется достаточный опыт реагирования на подобные рода вызовы и угрозы. И есть все основания полагать, что результаты они будут в проводимой нами совместно с другими спецслужбами, правоохранительными органами соответствующей работы.